Всем привет! И это больной влог. Моя кошечка прекрасная, мой обогреватель. Вот тут еще один обогреватель, потому что очень холодно. И до сих пор не включили обогревание. Что там, батареи, короче, не включили. У меня температура почти под 38. Ну и что сегодня будет? Сегодня будет у нас сумерки, вкусный хавчик, чтение Тургенева, как сказать. Ну и попытки вылечиться. Ха! Которую успешно провалила я за эти 2 недели. Типа на комфортике, да? Так что... Что ж, let's go! Сегодня у меня вот такой вот завтрак. Еще яичница с бекончиком. Буду проходить сюжетку в Геншине. Одновременно смотреть «Сумерки», что может быть лучше. Манго, кстати, вкусным был. Какой чистый компьютер, я не могу. Под покровом тучки за пеленой дождя есть городок Форкс. Божечки, если честно, никогда не замечала, что было такое красивое. Типа в первой части она какая-то странная, вот эта. Вот во второй части, которую я сейчас смотрю, она типа вся такая. Да, депрессия, но как бы, ну, с Джейком я оживаю. Жесть, уже стемнело, я до сих пор смотрю «Сумерки», мне осталось 40 минут до конца 4-го фильма. Боже, нет, я профукал этот день. Ну, трэш. Половина 10-го, что ж, я очень продуктивно провела день. Всем утречко, сейчас 10 октября. Я себе приготовила очень вкусную цикорий, который выглядит как кофе. Потому что здоровье. Сегодня на завтрак вот такой вот на чили. Эта штука просто ностальгия, мне кажется, для всех. Еще есть такой бальзам. Он пахнет так же, как звездочка, только он мажет сюда. Мне принесли такую вкусняшку, это моти. Короче, божечки, ну самое милое. Просто самый лучший вкус. Там было видно мой бардак и мои ноги. Да, у меня грязная башка. И что, больным нельзя мыться? Ничего не знаю. Мне через 2 часа сольфеджио. Сейчас 4:30, я выгляжу как просто самый бомж. У меня сейчас будет сольфеджио. Приедет девочка ко мне в квартиру. Мы будем играть на моей фортепианке. Что-то петь. У меня будет больной голос. Ну, типа, я выздоровела, но у меня голос еще сиплый. Я немножко кашляю. Почему мне кровь из носа шла? У меня форс-мажор, у меня опять идет кровь из носа. За что мне это все? Боже, за что? Еще этот новый рулон туалетки пытаюсь открыть. Трэш. Я чувствую себя просто нереально парашей. Я иду на Валберес за шмотками. Ура! Да, на 2-ю неделю своего боления я решила выйти из дома. Но я вроде как выздоровела, и завтра я просто попрошу в школу. Божечки, нет, ну это просто шедевр. Это шедевр. Лиз, ты такая большая, ты в кадр не помещаешься, знаешь? А? Знаешь? Чите, а? Вот такое вот чудо я в итоге сварила. Это гипервкусный чечевичный суп. На завтрак я съела сырники и какую-то там вкусняшку. А, и эклеры. Я съела эклеры и сырники на завтрак. Сырники были с вареньем. На обед получается супчик, тарелка супчика. И все. Всем привет, это 3-й день. И, короче, я решила, что я буду заканчивать это видео. Ну, а так, со вчерашнего дня я позанималась сольфеджио 2 часа вместо часа положенного. Вот, девочку прекрасную, просто лучшая Юля. Юля, я тебя люблю. Вот, потом вкусненько покушала, потом пришла мать, и я убирала квартиру. Вот. Так что я буду сейчас снимать другой видос. И всем пока, всем здоровья, берегите свое здоровье.